Я не вижу. О, пошел процесс. ОБС опять дает по мозгам. Не хочет пропускать меня. Вот сейчас вижу, идет процесс. Процесс. Раз, 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 два. Сейчас высоковато взял. Не знаю, что там с музыкой в игре, но опущу все, что только можно. Ну, сложно понять, но я надеюсь, на фоне что-нибудь играет. И моя хрипота сильно не убивает все это дело. Единственное, меня смущает то, что приходится наклоняться к микрофону. Из-за этого грудная клетка сжимается, и голос звучит немного не так, как звучит обычно. Поэтому сживаются голосовые связки. Мне не совсем комфортно так говорить. Но раз уж я решил, что так проведу этот стрим, значит, я так его и проведу. На часах 2 часа ночи, 10 минут тоже ночи. Я думаю, что, скорее всего, никто не зайдет. Поэтому можем считать, что это будет запись летсплея. Оставшуюся треть чашки чая, который должен отдавать ароматом дыни, я испортил все это легким ароматом лимона и двумя ложками сахара. Скажу, что ни дыню, ни лимон, ни сахар я теперь не ощущаю. Какой-то кисель по вкусу получился, что не круто. Итак, что же у нас сегодня? Сегодня у нас Puzzle Agent. Это одна из первых игр, которые появились у меня на аккаунте Steam, который я завел 13 лет назад. Ну, игра появилась, соответственно, не сразу, а примерно через 3 года после того, как у меня появился Steam. То есть, примерно лет 10 эта игра лежала на аккаунте нетронутая. Возможно, это было даже на распродаже с уголиками. Кто помнит, может сплакнуть. Ностальгировать по хорошим временам, по играм, которые выдавали в Стиме за так. За участие в конкурсах. Не просто какие-то голимые раздачи, а в качестве подарков от самого Steam. Как же это было прекрасно. Господи, как это было замечательно. Вот. Ну, короче, пришло время этой игры. Сейчас мы постараемся решить несколько пазлов и пойти спать чертям собачьим. Так, кстати, а что там с языком-то? Черт возьми. Аж на английском. Черт, а может, что-то я поспешил запустить стрим-то. Ладно, сейчас разберемся. Итак, чувак, я вижу, делом сильно-то не занят. А, нет, стоп. Это же его работа. Департамент решения головоломок. Он сидит, решает сканворд. Но сканворд, я чувствую, не сильно добавляет ему бодрости, как и конфета, которую он только что сожрал. Да. Ой, я уснул на работе, с кем не бывает. И снится чуку страшный сон. Oh, shit.
Так, ну окей, я думаю, что я как-нибудь справлюсь с квестами и без белорусского, российского, и похожего на это перевода, как, например, здесь. Нам нужно служить части с кроссворда. Кстати, вообще сканворды круче, чем кроссворды. Кроссворды, они унылые. И прочитать, что за слово написал космонавт. Возможно, это сделал этот чел, когда спал. Так. Сложно. Скокинс. Хрен знает, что это означало. Если будет на после каждого сканворда подведение таких итогов. Puzzle research. This is Agent Tethers. Я не успею перевести. I see. An assignment. Как бы не старался. Надеюсь, что все, кто здесь присутствует. No, sir. It's just it's been yes quite some time. Erasers? The foundation of democracy? Oh, absolutely, sir. I agree, sir. Oh yes, the White House needs its erasers, sir. I'll be on the next plane to. Разговор идет о ластиках, насколько я понимаю. Он предвидел будущее. Welcome to Skagets. Надпись на плакате. Неповторимый авторский стиль, замечательные актеры озвучивания, потрясающая анимация. Да, это заря славы Telltale Games. Скоро пойдут штамповки. Так, окей, говори. Population 754. Temperature? It's cold, and not much to look at. According to the agency, there's some kind of thing going on at the local eraser factory. The whole plant is shut down. В общем, похоже, что-то случилось на фабрике ластик. Hopefully, this won't be a big waste of time. А стране нужны ластики. Agent Tethers out. Да, это было важно. Комментарий стримера закончен. I have no idea where my hotel is. I might have to ask for directions. Так, ну что ж. Так. Talk to Creepy Man. Сейчас поговорим с Creepy Man. Excuse me. I'm Nelson Tethers with the FBI's Department of Puzzle Research. Насколько я помню, его зовут Бьорн. Okay, and you are? Bjorn. Nice to meet you, Mr. Bjorn. И вам не хворать. Boy, those snowmobiles sure are a bumpy ride, eh? Yep. Can you give me directions to the nearest hotel? I'm having a little trouble finding my way around. You'd never get there. Roads are too slick. Ничего себе, какой разговорчивый Бьорн. Puzzle research division. It can't be harder than the puzzles I see every day. Not so. It's really just a matter of trajection. Okay, on the way to the hotel, you're going to pass two traffic lights. Так. Ну что ж, новый головок, справимся ли мы с этим? Господи. Короче, Rules Reset, господи, боже мой, можно было одной строчкой прописать. Расставь бревна, чтобы персонаж... Ну, в общем, расставь бревна, это было бы достаточно, я думаю, для того, чтобы уже решить
головоломку. Так, что там про светофор говорил? Пересечь надо их. Наверное, так. Так, вот так, наверное. Сюда, 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 сюда и сюда. Поехали. Кажется, еще, но еще два бревна в запасе. Надеюсь, они мне пригодятся в дальнейшем. Кстати, у чайка. Сейчас под самое донышко. Это действительно вкус дыньки появился. Нужно идти за следующей чашечкой. Но чуть позже. Квайт, ты чё не спишь, Квайт? Ты зачем не спишь? Зачем мучаешь себя? I must have gotten lost. I thought your directions were taking me to the hotel. They did. Бьёрн, пошути. I'm standing in front of the hotel, aren't I? Yeah. Thanks a lot. А чё, спать? Welcome. А чё, мне стримить что ли? Ты на часы смотрел 2:20, с ума сошёл. Так. Ну, в принципе, он отель-то нашел. Бьёрн, наёбщик тот еще. Я думаю, что... Ну ладно, давайте пообщаемся. Может быть, получится поймать его на вранье, а после этого... I'm here to investigate an incident at the Scoggins Eraser Factory. Do you know anything about it? Nope. Я говорю, Бьёрн, мужик, разговорчивый. Better check in if you're sticking around. Понятно, про факторы ничего не знает. Я сюжет не очень понимаю, потому что тут все на английском. Короче, чуваку позвонили и сказали, что какие-то неполадки на фабрике стерок. Ну, ластиков, стирок, кто как называет. И он приехал разобраться. Что с этим, с этой хренью. Человек-то, это тебе, это не с неба упал, этот дед. То есть не дед, а вот этот вполне себе молодой человек, который все время поправляет свою шапочку. Мастер по разгадыванию головоломок. Да, кстати, резиночки, резиночки. Народное название стерок. До тех пор, пока Дюрекс и Контекс не пришли на рынок и не отвоевали название достопочтенных ластиков. Так, ну короче, я думаю, я синопсис кое-как разъяснил. Поэтому можно продолжать игру. Seen any suspicious people hanging around the hotel lately? Yep. Really? Can you describe them? Skinny, asks lots of questions, wears a stupid hat. Thanks for the tip. Yep. Yep. Че им, говорит, гондоны не устроили? Ну, у гондонов толкований много, и толкования не всегда хорошие. А резинки до этого были вполне себе мирными предметами. К тому же, если подросток будет говорить о гондонах, то это вызовет подозрение у взрослых. А если он будет говорить о резинках, то это своего рода маскировка. Очень удобно. Ладно, Бьёрн, пока. Инспектируйте забор. Это я люблю. Discovered a fence. Моя позапрошлая работа была связана с заборами. Как раз я их инспектировал. Go inside. Что там, не сильно мне этот баланс игры, звука игры и комментариев хромает? Я не сильно. Ой, какая милая, господи, какая хорошенькая. Hello. Well, hello there, mister. Welcome to Valda's Inn. I'm Martha Garrett, but everyone calls me Ma. How can I help you? I'm Nelson Tethers. I have a reservation. Oh yeah, you're here about the eraser factory, eh? We're awfully excited to have a real FBI man in our town. It's just like TV, yeah? Ooh, I'm gonna make some hot dish for you later.
a hot dish? Oh, you'll love it. I've never met a man who didn't love himself some hot dish. Что такое hot dish? Hot dish. Ты, говорит, не кричишь, так что норм. Ха, да, я последний раз на стримах кричал, я тебя умоляю. Если б я на стримах кричал, у меня было бы не 8 фолловеров, а 80. Кого я обманываю, господи. So, what room am I in? Yeah, okay, I've got your room right here. Oh dear, this is so embarrassing. The night clerk wrote down your room number in code. Hmm. Mind if I have a look? I bet I can figure out what room I'm in. Передайте этому клерку, что он... Чего? Room King Confusion. Grace Nails. Room 9. Я точно ее прошел, нет? The case solving this puzzle is in quadrating the negative space between. What the fuck? Вот это головоломка, мать твою. There you go, Mrs. Garrett. Oh yeah, now I see. Oh. Черт, я пропустил. Спасибо. Thanks. Господи, как я это разгадал? Боже мой. Do you mind if I ask you a couple questions? Real quick, I promise. Oh yeah, of course. Так, так, так. Мы же сегодня выяснили, что шибы были фолловеры на 200 соцсети. Но мы также выяснили, что эффективность ведения соцсетей тоже важна. У меня же все-таки как-никак есть Twitter, Instagram, Steam, наверное, тоже можно считать соцсетью. Ну, Steam, ладно, окей, я там всех нахер удалил. Ну, почти всех. А они все равно не пришли. Они не приходили, когда я стримил, и они все равно не приходили, так что... Там что-то еще, все-таки что-то есть в личности, что-то должно быть в личности самого стримера. Его должны хотя бы как минимум знать, а как максимум уважать. И тогда, возможно, что-то получится. Дискорд, скайп, ну, я не знаю, скайп какая-то соцсеть. Дискорд еще, ну, может быть, если группа своя. Ну или если ты в какой-то другой группе себя активно ведешь. Я как-то это финт ушами сделал. Зашел в группу по периметру, задал там несколько вопросов, поставил в настройках, чтобы было видно, что я стримлю. И застримил периметр. Никто не зашел, ублюдки. Несколько дней стримил. Надеялся, что хоть кто-то из этой группы, как заинтересованное лицо, прибежит. Хер. Ходить по чужим скайпам и клянчить. А можно, кстати, ходить по чужим... А, по дискорду. Да, по дискорду можно. Но я вот говорю, ничего-то не получилось у меня. Наверное, плохо засветился. How do I get to the factory from here? The FBI doesn't know where the factory is? Oh dear, our moose is cooked. Rest assured, ma'am, the FBI just likes to confirm intelligence with civilian... knowledge of... We like to double-check things. Oh, of course. Well, it's easy. I have a tourist map of our little town of Scoggins right here. Эк-эк-эк. Our Scoggins eraser is the plant that supplies the White House with all of its erasers. The president could be fixing a mistake with a Scoggins eraser right now. Yes, ma'am. That's why I'm here. That and the fact that every time the Bureau made an inquiry into the situation, all we ever got back were bizarre puzzles. Oh yeah, well, that'll happen. Президент обязательно займется проблемами городка с населением 751 человек. Сейчас же просто отложит конференцию в ООН и приедет на вашу эрайзовую фабрику. Так, 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 значит, надо брать количеством, как пикап. А ты пробовал, да? Пробовал? Если на английском, это хуже всего.
Но это не квест, тут скорее набор пазлов. Зато наслаждайся этой озвучкой. Тут, понимаешь, что даже понимать не надо. Просто актеры настолько хорошо играют. Это просто сказка для ушей. Учитывая еще вот эту сказочную картинку. Схухинс и Рейзерс. Чем славится этот город? Конечно же, своими резинками. Узнаем о них побольше. Do you know anything about the problem at the factory? Yeah, so tragic about the accident, huh? Accident? Oh yeah, the foreman, Isaac Davner, they say he was killed in there. Мужика на фабрике резин. Well, not to gossipy, but I heard the accident was caused by raccoons. Raccoons? Yeah, little creatures that live in the woods around the factory. Maybe you should go talk to Sheriff Bog about it, though. You should be able to catch him out by the factory right now. Okay, I'll do that. Thank you. Капец, в этом деле замешаны еноты. Но когда еноты замешаны в проблемах города, ничем хорошим и населению это не светит, насколько мы все прекрасно знаем. Надо, говорит, напрягаться, переводить, еще и думать. Ну, мы не будем напрягаться. Мы будем просто слушать и кликать. Видишь, какие тут квесты хорошие. Тебе по-английски написали 9. Пишешь 9. И понимаешь, что вполне достаточно твоих 5 классов английского языка для понимания квестов в этой игре. Изумительно. Потрясающе. Просто такие квесты нам нужны. Это тебе не подай, принеси из Эликс, знаешь ли. Тут думать надо. The guy in the lobby, is he okay? Oh, that's Bo Murphy. He's always been a bit of an odd one. Yeah, he sits there all day trying to do his puzzles. He mostly keeps to himself, and I bring him some food from time to time. Мужика, причесан, как сейчас умею. Sometimes I swear he'd starve to death if I didn't bring him something to eat. Так, а где строчка заромантить клевую щеку? Goodbye. Thanks. Well, goodbye. Enjoy your stay. Oh, that reminds me. Do you have any gum for sale? Or know where I can buy some? Dear, we've been out of gum for quite some time. What? Haven't seen a stick in months anywhere in town. We tend to get shipments of things like that in the spring. So, no gum? Nope. Gum helps me concentrate. Это, я уже послышал, что он спрашивает о ган, то есть пушку. А оказалось, что ему нужна жвачка. Так, что за... Так, гномики. Не интерактивные. Ну, а, вот она, ага. Ням-ням-ням. Ну, что смотришь? Хочешь гам? Вот тебе гам. Так-так. Так, гам-фам. Вон еще одна лежит. Еще гам. Ну, мужик не брезгует, смотри-ка. Так. Больше гамов я не вижу. Пойдем. А, вон она, гам. Опа. Моногамия. Ну что ж, пойдемте пообщаемся вот с этим мужиком, который слегка похож на меня. Excuse me, you look perplexed. Puzzles. So many puzzles. Puzzles? I might be able to help you with that. Так-так. Че не нравится? Червячков собираем. Фуак. Фуак, их двигать не надо друг к другу. Вот это уже сложно. Ну, похоже, все пока правильно. Короче, херня легкая от нее, все понятно. Детсадовская опять вещь. Так, сейчас мы вот это сюда. То есть вот это. Что? Что? Черт, вот обманщики, вот чтоб вас, вы меня еще поспляшете. Ты смотри, оказывается, вот эту часть я неправильно собрал. Или правильно? Не сходится? Вот черт. Вот, блин, что закидало? Ладно. Мы найдем управу. Так. Вот с этим проблемой. Вот это не сходится, тварь.
Че с ней, че не так, алло? А, вот это что-то не то. О. Так, Котепиус. То есть червяк и червяк. Так, окей. Не все так просто в этом колоревстве, особенно в 2.34 по московскому времени. Так, ну что же, вот это тут что-то. А, о. Наверное, вот так. Так, теперь вот эту башку надо повернуть. Может быть. О, не. О, тоже не. Значит, здесь правильно. Вот это, скорее всего, неправильно. Червяка с двумя башками быть не может. Я в книжке читал. Нет таких червей. Так, здесь однозначно. Что-то... О! Поставилось. Блин, это я опять к этому пришел. Ужас как бы. Так, это целый, это тоже. Это тоже все нормально. Вот с этим у меня запара. Что там, где твоя жвачка? Настало ее время. Тут все сходится. Это что же, обманка такая получается, да? Вот с этими двумя уродцами. Здесь вот типа вот как бы чуть-чуть да подходит. Окей. Однозначно так. Получается двойной червяк. Так, окей, а почему, собственно, нет? Почему у меня мозги отклоняют то, что здесь двойной червяк? С какого это хрена? Почему это червяк может быть двойным? Что за бред? Вот, все нормально. Сходится. Все нормально, все решено. Вести меня хотели, да? Все, принято. Министерство головоломок обходилось еще одним потрясающим решением. Solved. Now maybe you can relax a little. With the whispers, if it's an acrostical enigma, maybe it's a Baltimore transdeletion. Ah, чай. The whispers? Or not. Гномами. Well, these are interesting. Yeah, those are Scoggins gnomes. All the tourists love them. But I think one has gone missing. I swear, I had six of them. I took a picture when I set it up, but I guess I lost it. I still have the film negative. Это как у нас набережную решили досками забить с надеждой, что там будут туристы собираться. Местные там будут собираться, водяру пить и шашлыки и жарить. Максимум, на что они могут рассчитывать. Так. Ганигатив гномс. Так, что надо найти-то? Не понял. Вот. Керамик гном has disappeared. А, пропал гном. From the hotel display. But which gnome? Gnome is Marta's photo negative. It doesn't appear. Display.
Короче, здесь все гномы, походу, похожи на тех, которые стоят здесь, но одного нет. Значит так, значит, здесь у нас три красных шляпки. Если это негатив, значит, все идет наоборот. Три зеленых шляпки, окей. Две зеленых, значит, один с красной шляпкой лишний. Текс. Курточки одинаковые, бородки одинаковые, штанишки. Красные гномы все в красных штанишках. Все так, поясочки одинаковые. Тук-тук-тук-тук-тук. Количество пальцев одинаково. Количество глаз тоже не вызывает подозрений. Ну и по носам они тоже сходятся. Короче, надо смотреть, как бы я этого не хотел, на руки, которые удивительно напоминают положение свастона. Текс. Блин, а гном, кстати, зеркальный или нет? Т-т-т. Этот смотрит сюда. Кстати, вопрос, а зеркален ли гном или нет? Так. А, нет, все. Отзеркальный, потому что здесь цифры справа налево идут. Окей. Так. Короче, мы смотрим. Я уже все забыл. Болтовня не способствует решению головоломки. Мы смотрим гнома с красным колпачком. Так, этот смотрит направо, и руки тоже ведут направо. Смотрит направо, руки ведут направо. А, стоп, он должен смотреть налево. Вот он. Смотрит налево, руки ведут налево. Вот он. Теперь вот этот. Он смотрит налево, значит, здесь смотрит направо. Руки здесь идут направо, здесь вот этот. Вот этого гнома не хватает. Еще одно потрясающее решение. Все-таки гном не отзеркаль. Может, просто мы имеем дело с негативом? Смотрит налево, руки сюда. Возможно, это вот этот есть. Да, вот он. Вот он. Это смотрит направо, руки сюда. Вот он. А, вот этого, значит, нет. Да. Как-то я так... Well, one of your gnomes has most definitely run off. Oh my, wouldn't that be something? Oh my. Game saved. Ну что? Call to sleep. Так, что это может быть? Someone left a screwdriver in the alley beside the hotel. Looks clean. Probably of no consequence. Господи. Точно скрудрайвер, это не чей-то тест на беременность. Someone left a screwdriver in the alley beside the hotel. Looks clean. Probably of no consequence. Можно ее поднять? Winner undeclared in local contest. Сейчас бы ходить по всяким помойкам, да решать сканворды на найденных газетах. Чего? Блин, ну вот это уже нечестно. Блин, ну нет, это уже на английском. Типа, кому вручить награду? What? We enable Grill Ladies Wrestling Tournament is over, and the judge missed it. Read the four statements and help him determine the winner. Это теперь мы так, значит, награждаем победителей, выслушиваем их показания и вручаем кубок. By the grizzly grip, bet one fair and square. I
appear like a new head. Flowers grizzly green cotton field. Блин, я не знаю. Хинтанемся давайте. Черт, здесь подсказка также на английском. Да не. Reset. Please. Please reset. Ладно, мы вернемся к ней позже. It's a tough nut. Жвачку отодрали, потом скушаем. Тут еще жвачек. Ням. Пошли на старую резиночную фабрику. The residents of Skagen seem nice enough. Aside from one wild goose chase, everyone's been cooperative. Hello, Bjorn. Plus, it looks like I'm primed for all the hot dish I can eat. It remains to be seen if that's a good thing. I got a map from the hotel owner, so I'm heading over to the eraser factory. Agent Tether is out. Am I supposed to be saying that? Надеюсь, Куэт там срублен просто наповал качеством стрима, пошел спать. Потому что нехер 2.45 шляться по всяким там стримерам с 8 фолловерами, которые даже не девочка. На ночь девок смотреть надо. Какие стримы? Алло! Так, поехали отсюда. Эй, нет, он все еще здесь, черт возьми. Select the factory. Окей. Окей, I'm select the factory. Сразу видно градообразующее предприятие. What the fuck? Hi, man. Sheriff Bog? Yeah, I'm Nelson Tethers of the FBI's Department of Puzzle. Agent Tethers, good to meet you. We got a real mess here. Yes, we do. We do? Ну, как полагается, шериф, это типичная такая деревенщина. My job is to get this factory back to making erasers. Agent Tethers, you're in a right pickle. Well, I should probably ask you some questions about the incident then. That's what I'd do if I was a big important FBI boy. A big important FBI boy. What was this incident? Well, we don't need to be dramatic. What happened? There was an explosion. What? Explosion? Oh yeah, a big explosion. A big explosion. Just never came home. Так, так, так. What a big explosion. What happened to the foreman? My notes don't have a lot of details. Well, we're still trying to figure that out. One day after work, Mr. Dabner just never came home. The accident was pretty bad. Oh, is there a body? Nope, he's just gone. Isaac Dabner's his name, if you don't have that in your notes. We don't even know if he died in that explosion? Won't be able to find that out till we find a way into the factory. Так, понятно. Был страшный инцидент, но дела нет. What did your investigation turn up? Not much. I can't figure out how to get past this lock. Well, that's because it's missing a piece. I can see that just by looking at it. So it is. I guess that's why you make the big bucks, right? That's right, sir. Вообще не обязательно, что там что-то мисс. Возможно, это такая же херня, как головоломка с двумя змеями. И механизм там в основном внутри, а шестерны снаружи — это просто бутафория. Так что нечего усложнять то, что ты даже еще не проверил. When did the accident take place? Well, I've been trying to figure that out myself. Here's what I know. Так, восстанавливаем. Ух ты, показания опять на английском. Черт, наверное, пора скипать. Так, ну ладно. Что-то там они и рассказывают. Короче, Берни. One hour before the last shift started. ХЗ, что он имеет в виду. Only Берни put in the full 8 hours.
Get the shooter shift free horse. Блин, надо время по показаниям ставить. Черт. Этот работал до 6 и свалил, походу, если я правильно перевел. Only Bernie put in the full 8 hours. One hour before the last shift started. Час, один час до последнего переключения. Что-то там started. I get the shortest shift. Because. Это что-то там в 3 часа shortest shift. Что-то там переключил. Он для Берни Путин. Короче, говорит, Fate в хаос, значит, 7. Перелет. Ну, почти пальцем в небо. Сейчас у меня бах печать. Rejected. Read the statement carefully. The big noise could only have occurred at one time. Так, что там big noise? Big noise? Что big noise? А, мне нужно уточнить время, когда был засечен этот big, этот большой шум. Блин. Так, окей, Google, так, выходим из чата. Так, объектив. У меня же все есть для комфортного прохождения. Google объектив. Окей, поехали. Так, Берни говорит, бум, за час до начала последней смены. Так, Поп говорит, у меня самая короткая смена, 3 часа. Гражданин, которого Google переводчик перевел как К, говорит, только Берни вложил все 8 часов. Чего? Последний чувак, который Иги, работал с 6, пока не почувствовал облегчение. Кстати, его имя переводится гуглом переводчиком не как Иги, а 1994. Так. Сообщаемся в чат. Гугл переводчик смешной. Смешной. Но мне ничего не дало. Только Берни отработал всю смену. Ага, Берни отработал всю смену. Окей, Берни вот этот вот слева. Left shift started. А во сколько смена начинается, кстати? Work from 6. Если смена, допустим, начинается в 6. Ну, если верить моим догадкам. Этот отработал 8 часов. Значит, 6 плюс 8. Судя по вот этому, это 2. Как бы не было это странно. И за час до конца смены, в час, значит, произошло. Ну что с Богом? Так, у меня всего несколько часов. Если я буду перебирать варианты, я точно решу эту головоломку. Так. Тогда попробуем следующим образом. Этот закончил 6 и свалил. У этого была короткая смена, возможно, заменил Иги. То есть он отработал 3 часа и свалил.
Итого мы получаем 6 часов, когда ушел вот этот хер. Пришел вот хер под именем Поп. Это в 6 было, он отработал 3 часа, не учитываем обеденный перерыв. Они рабы, им обед не полагается. Это видно по их бледным лицам. Истощенным и изнеможденным. И плюсуем 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значит, пришло это в 4. Фак. Так, пожалуй, настало время снова воспользоваться объективом. Внимательно прочтите заявление. Большой шум мог произойти только однажды. Это, конечно, подсказали. Это вы мне подсказали. Так. Так, здесь все понятно. Давайте хентанем четко. Так. Игги начал в 6. Это мы уже поняли. Но он начал в 6 утра или в 6 вечера. При определенных условиях возможно только одно из них. Поп работал последнюю смену, заканчивая в полночь. Так, интересно. Интересно. О, вот он. Работал, закончил в полночь. Если он закончил в полночь, отработал 3 часа, значит, начал он в 9. Так что... I'll come back to this one. Sheriff Bob? What can I do you? Я не знаю английский. When did the accident? Well, I've been trying to figure... Here's what I... Так, у меня последняя надежда на... I'll come back to... Sheriff Bob? What? Так. А вдруг... Черт, здесь все-таки нет русского, да? Чё-то скам. Я не подготовился, я даже в интернете не стал копаться в поисках русского языка для этой игры. Блин. Потому что я думал, что с ней все не так сложно. Interesting. Out at the eraser factory. The doors to the factory are very locked. Some sort of custom-built contraption has got this place locked up tighter than Fort Knox. The device seems damaged, though. It seems to be missing a piece. Very locked – это состояние моего разума. По отношению к вот этой вот головоломке. Ну, если этот закончил ночью, окей, этот начал в 6 вечера или утра, допустим, вечера отработал, пускай не помню, смену. Я сейчас, короче, буду рассуждать, чтобы было видно хоть какая-то умственная, видна хоть какая-то умственная деятельность. Но в конечном счете я буду считать так, чтобы попробовать каждый вариант цифр на циферблате. И один из них точно покажется верным. Вот такой вот хинт ушами. Так, так, так. Короче, что они там не писали? Блин, старый по... А, вот они. А, большой шум произошел в час. До 3 часов. А, за час до 3-часовой смены попа, так что ли? Так, поп у нас в полночь, по-моему, начинал, да, за час. Значит, 8. А 8 я, по-моему, нажимал.
Прости, мужик, но не знаю я английский. Вы мне, пожалуйста, что-нибудь со змеями или с гномами опять давайте. Если бы была эксплозия в то время, не бы айсиклы на здании были сбиты? Хороший момент. Может, они вернулись. Так, сосулька убить никого не могла, понятно. Well, I don't seem to be getting a lot of answers. Listen, why don't you meet me down at the Moose Ear Diner later? I have some files related to the case that you might be able to help me with. Oh, okay, but I really think... Agent Tethers, it's a pleasure working with you. You're doing a great job. We'll meet you at the Moose Ear in a bit. Очень подозрительно. У шерифа с собой не оказалось дел. I need to fix this door and get inside the factory. Так, но для этого нам нужны шестереночки. Пошли отсюда. Где нам можно найти шестереночку? Блин, тут столько еще объектов. Парк. Черт, я думал, это игра на полтора часа. Она тут... Тут практически Silent Hill целый, часов на 20. Ну ладно, пошли в Moose Ear Diner. Вот это... Край мира. Блин, это рисовка. Вы здесь все такие прилюбленные. Excuse me, I see you're working on your sign. Is it safe for me to go into the diner? Excuse me. Gotta fix the sign. Какой недружелюбный. Блин. А забегаловка очень называется Лосиное ухо. Черт, надо. Блин, это название от бога, надо позаимствовать. Лосиное ухо. Так, сейчас поможем. I said, is there something wrong with... You a cop? I ain't got time for cops. I'm not a cop. Look, I gotta get this sign fixed before it gets dark. I don't want to be out here after dark, if you know what I mean. I don't, actually. What do you mean by that? It's just a fuse, but... I can't remember which one it is. Not with all the whispers in my head. What? Whispers? Get the fuse for me. I'm getting cold out here. Так. Что-то мне даже интересно, что там происходит. Может, мне тупо играть с открытым переводчиком? И зачитывать. What? The repairman has forgotten which fuse. Так. Ну, блин, я понятно, что что-то закодировано. Что-то не хватает предохранителя какого-то. А, все, так, здесь есть, здесь. Как я должен решить, какой предохранитель нужен? Ты там что-нибудь пишешь, нет, после вот этого вот знаменитого художника Твича, о котором я практически ничего не знаю, а то комментарии приложуха Твича очень неохотно прогружает, когда он свернут. Так. Это ядерный гриб. А, слушает внимательно. Хорошо. Хорошо. Может поможешь. Правда, я боюсь, если я записываюсь. Зачем записывать? Там же автоматическая запись Твича есть. Все необходимые компроматы я записываю сам. Так что если что-то будет необходимо, все это есть на Ютубе. Так,
понять бы, что тут надо. Какая здесь закономерность-то? Кошачьи ушки, сердечко и обязательно грунт снизу. Буква М. Грунт посередине. Окей. Так, сворачиваемся. Ты будешь переводить, тупая программа. Во! Ремонтник забыл, что он их предохранитель, который ему нужно использовать, хотя закодировал, чтобы не забывать. Выберите предохранитель, который совершает последовательность. Ну, короче, ничего нового я не прочитал. Как? Не очень понятно, по какому принципу их выбирать. Эти ушки. Ну, похоже, только вот этот. Но он без линии. Здесь линия наискосок. Вот этот с линией. Потому что на всех трех есть линия. Ну, вроде вот это логично выглядит. Пожалуйста. Fuck you, тогда вот этот. Что-то там не совершает окружность или что-то в этом роде. Ну, я вообще склоняюсь, что вообще не этот. Причем вот этот. Я вообще не тот, ни другой, не думаю, что он пальцем в небо опять. А почему? Хау! Сука! Понятно все, синхронные они. Они все симметричные вокруг центральной оси. Тупой я, тупой. What do you know? This ought to keep the little buggers away. Little what? Well, I gotta finish getting this sign out. Все собрались. Well, we'll see. Головоломки теперь не прочитать слово 9, вписать его. А куда сложнее пошли? I don't suppose you...